Антон Кутилин уже на протяжении более 20 лет тушит пожары. Свой профессиональный путь он начал с должности водителя. Спустя годы он аттестовался на начальника караула и через некоторое время заступил на службу в Ивантеевскую пожарно-спасательную часть номер 40. Сейчас его провожают на заслуженный отдых. У теперь уже бывшего пожарного было много сложных выездов, но один из них запомнился ему сильнее прочих. В Подлипках дачных на 4-м этаже горела квартира, а на 5-м были заблокированы мама и двое грудничков. Пришлось их спасать уже так называемым комбинированным подъемом, потому что зайти в квартиру в горящую не представлялось возможным, так как оказалось, там было огнестрельное оружие, соответственно, двери были достаточно сложные. Закончилось все благополучно, все без жертв, там отработали очень здорово. Антон поделился, что прощаться со сплотившимся коллективом тяжело, но связи обрывать он не планирует. Сослуживцы прощаются с командиром уже по устоявшейся в части традиции. Бывший пожарный поделился, что теперь хочет заняться чем-то созидательным. В планах посвятить себя другому профессиональному ремеслу – ремонту инженерных систем. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа.